самого начала учебного года все новоиспеченные студенты готовились к этому дню, к первому заветному появлению на сцене. Уже с 1 сентября начались кастинги по всем направлениям – хореография, вокал, КВН, актерское мастерство. Кто во что горазд. Каждый хотел показать свои способности, вот самые яркие и талантливые получили возможность проявить себя перед своими сверстниками, преподавателями, перед Казанским федеральным. Межфакультетный фестиваль «День первокурсника» – ежегодно проводимый конкурс творчества студентов первого курса КФУ. В течение 8 конкурсных дней мэтрам предстоит оценить программы, представленные 22 институтами, факультетами и филиалами университета. По итогам конкурсных дней фестиваля лучшие исполнители получат грамоты лауреатов и победителей, почет и славу талантливейших и креативнейших. Торжественное подведение итогов традиционно завершится гала-концертом с участием самых интересных вокальных и танцевальных номеров, визиток молодых команд КВН и оригинальных постановок творческих объединений. Анастасия Иванова, Универньюз. We'll be right back.